Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кирилл Геймер и Тучка, Матвей, Плеймаркет, Сергей Тайм, Фокси ТВ, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. У нас есть офигенный пак на классных нексботов. Будем выживать на разных деревянных постройках. И не только. Если пять кушать, приятного аппетита. Первая у нас Балора. Опа. Ой, ай, блин, я только сказал. Меня плитой убило. Да. Гомер, вставай. Растерзало все. Хорошо, давайте посмотрим, кто же выиграет. Вы заметили, они даже мощнее, чем Абунги. Абунги так не умеют. Еще орёл. Так, кто у нас там остался? Матвей. Сергей. Я. Это одна психичка. Вы досмотрите обязательно этот ролик до конца, потому что я потом поставлю штук 20 их. И не забываем подписываться, ставить лайкосики, залетайте в наш дискорд. Давайте добьем уже в дискорде 50к. Осталось совсем немножко. Ссылка в описании. Совершенно верно. Так, пацаны, я уже, наверное, добавлю. Давайте мы еще добавим. Давай. Бонька, пошел. Ой-ой-ой. Рви их. Конечно. Просто рви. Пожалуйста. Да. Я видел, как ты упал. Это было красиво. Фокси, ты как-то напрыгнул так. Так, Гусанёк остался и Фокси. Я тоже еще. Мне кажется, вы вместе сольетесь. Вы лучше возле друг друга не стоите. Ого, тут они орут. Вы что, ненормальные, что ли? Какие-то свирепые. Это злые аниматроники, агрессивные. Короче, сейчас давайте... Надо над ними стоять. Да, потому что они не хотят агриться. Все, прощайте. И чё, кто? Кирилл, помоги. На бочке сидишь, ах ты хитрый жук. А вот, еще вас трое получается. Смотрите, на бочке ютятся здесь. Ты не выживешь никогда в жизни. Смотрите, за прыжок. Давай, Бонька. А, не хотишь, давайте Чику еще поставим. Чика, покажи вещи. Ого, колесо улетело. Ребята, здание растерзали. Ух ты, Гусанёк, ты живой. А нет, вот кто выиграл. Фокс ТВ, молодец. Это дом Гусанька. Руины, что ли? Это, ну, видите, ремонт и не делал давно. Вот что и будет, если дома не убираться. О, у тебя такое здесь, ну, мебель бомбовская. Мне нравится она. Титановая. А вот, Визард Бонни есть. Ого, там все трещит. А блин, да, что? Он орет постоянно. Ненормальный, что ли? И еще поставим Визард Фокси. Ого, плиты летят. Дима, мы хотя бы секунду поставим. А я думаю, Тучка, да. Как тебе? Как тебе на запах? Фу, говно, блин, лагает чуть-чуть, ребята. Как всегда, мы делаем вакханалию. Гаррисвот не тянет то, что мы задумали. Ой, 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 ой. Что творится, непонятно. Ну что за бред? Ой, я живой. Да ладно, как это произошло? Дим, посмотри. Да я вид. Ты нормально? Ну не тошнит, все нормально. Это что, получается, жопой на лицо тебе? Фу. Ну что, нам жопа. Ух ты! Опять он выиграл. Ты что, серьезно, что ли? Опять победитель? Естественно. Во, а теперь я ставлю дом Кирилл Геймера. О, ну хоть не мой, слава богу. Нет, твой там хуже будет. Это еще более или менее. Там дальше вообще жопа будет. Я тебе парашу поставлю. Кстати, мы на этой постройке еще ни разу не выживали. Ву, у нас есть, смотрите, плюш трап бешеный. Нет. Ой! Ай! А что, она развалилась одного раза, что ли? Никто не выжил. И Тучка, вот твоя хата. Сейчас не там какой-то... Не, классный домик, смотри. Это элитнейший особняк. Но сейчас быстро разломается. Ну не знаю. Саня, не надо. Визард Голден Фредди. Да ну, например, там, ой, ой, ой. Ой, блядь. Мгновенно. Просто разваливает здание за 5 секунд. Там огурец остался, пацаны, победитель. Да ну все. А реально? Огурчатки. Огурчатки. Ну 8. Я не хотел, конечно, показывать, как мой дом выглядит, но придется показать, пацаны. Это параша уличная. А что сразу параша уличная? Нормальная квартирная параша будет. Даже так. У тебя тут дверь прозрачная, двери прозрачные, подвал. Ой, комнаты пустые. Ой, подвал, тут подвал разве есть? Комнаты пустые. Ну, типа помещение такого. Так, поднимайтесь. А чё я не могу подняться по ступенькам? Это с контролом там прыгай, оно там работает.
Димы дом будет. Так, Дим, у тебя дом пустой. Да. Ну потому что я его только купил. Но мне он не нравится, его придется разрушить. И мне помогут в этом Nightmare. Кошмарный Фредди пошел. Че такой громкий? Вот такое есть. Ой, он там ремонт уже, пацаны, делает мне. Ой, лагает! Ну как всегда, вакханалию делаю. А мы еще поставим, чтобы быстрее это все произошло. О! Наоборот, медленнее. Это слайд-шоу, пацаны. Нормально? Просто это фотографии быстро листаем, кажется, что видео идет. Нормально, пацаны? Ха-ха-ха! Лагает, жесть как! Ой. Это, короче, Гаррисвот самоочистился, думает, ну вас нафиг. Хорошо, я пошутил, вот мой дом. Вот мой шкаф, вот тут я, короче, сплю. Вот это кирпич, это подушка. Я голову туда ложу. У нас есть еще спринт-трап. Ой, я живой. Отлично. Ого, доски разлетаются. На! Вот это поцелуй смерти был! Вот это у меня придавил. И кто выиграл? Никто. Танура. Танура? Ребята, настроение просто классное. Как всегда, любим делать дичь всякую. А это летающее что-то? Ой-ой-ой. Оно управляется? Ну как скажу. Ну попробуй там понажимать. Ой-ой. О-о-о-о-о-о-о. Она заприжена, ладно. Это у него дом летающий просто такой. О, марионеточ. Вперед, бегите вперед все. Ой, назад, назад, назад. Отлично, та ё-моё. Да что ж такое разваливает любое здание. А все, опять никто не выжил. Короче, я готов делать эпик. Вот сейчас будет большое здание. Да ну блин, давай. Да, смотри. Ой, я что-то... На картинке оно большое. Ладно, ладно, я пошутил. Во, смотрите, какое бомбейское здание. Ну все, я ставлю много аниматроников. Хочу, чтобы это здание разлетелось за пару секунд. Просто в щи. В щи, правильно. С каждым зданием сейчас. Ох ты, Дима. Ну вот так вот. Ого, они рвут просто. На запчасти разбирают все. Ой, ой, ой. Это просто жесть. Вот это растерзали. Это батя ЛТВСа пришел. Ой, ой. Никто не выжил опять. Вообще никто не выжил. Ладно, вот такое здание. Это на этом здании мы должны дольше повыживать. Ну понятно с тобой. Shadow Freddy. Кто мне там знает? Не знаю, тут есть западлисты всякие. Вот они идут, они идут. Ух ты, подача! Че, опять никто не выиграл? Да вы что, издеваетесь? Да что ж такое? О, красивый замок. Вот сейчас кто-то должен выиграть, потому что я поставлю всего одного аниматроника, мы должны все-таки выяснить, кто же будет побеждать. Дима, смотри, тут отсылка на скивиде туалета. О, точно. Еще и с дерьмом внутри. Пусть мне после записи можешь домой забрать. Нет. Мы тебе его дарим. Кирилл, садись. Все, ставлю одного NPC-шку всего-навсего. Для того, чтобы все-таки выяснить, кто лучше из нас. Ну, поехали тогда у нас Визерет Фредди. Ой-ой-ой, он как будто чистильщик, просто расчищает все на своем пути. Не ко мне, не ко мне, не ко мне. Так, 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 ну давай. Есть и тучка. Так, кто у нас еще там? Матвей Геймер. Ой-ой-ой. Нормально, нормально. И шо? Ну вот, мы еще все-таки выясняем, кто лучший. Кому больше повезет. Надеюсь, на тебе. Ах ты! А что, опять всех убил? Да. Да что ж такое? Это нереально. Это вообще нереально. Мы с Абунгами дольше выживали. Эти вообще психи какие-то. Смотрите. О, ну это все. Одна из наших любимых карт. Вот тут мы точно выясним, кто лучший. Я вот здесь больше не буду садиться, я здесь проиграл. Так, Найтмер Фредбер. Головешка полетела, одна. Все, ждем. Ого. А лампочки. Что, сильно высоко прыгает, да? Он как-то вообще... Ого, кубы полетели, чё за бред? Ой. Тихо. Ой-ой-ой. Сиденье. Видели, что творится?
А нам капец. Дим, посмотри, где я на сиденье где-то. Ну ты нормально себя чухаешь, да? Ого. О, я сижу. Я отключу. Сейчас ты сольешься, смотри. Нет. Да. А где он? А вот он. Он опять тоже. А что оно горит? Это вы подожгли, что ли? Что за бред? Тушите! Прыжок! Ух ты, блин, прям возле ног. Я думал, сейчас меня увалит. Прыжок. А что здание? А что горит оно? Не знаю, кто поджег его. Я. Вот летит! Дим нормально снится? Да. Но все равно он может меня убить. Вот видишь, что прям под ноги мне прыгает. Еще одного поставил. Пусть два будет. Х2. А почему не горят эти ваши? Так кто-то поджег через С. О! На. Вот это подача! Хорош! Кирилл. Так, смотрим, кто же выиграет. Сергей Тайм, Play Market. А, ты упал уже, да? Я просто на нем стою. Кирилл, давай. А вот Кирилл Геймер, давайте посмотрим, может он выиграет? Или кто-то из... Или Гусанёк победит? Меня давай. Ну вы рядом стоите, вы скорее всего вдвоем сольетесь. Меня диваном прибило. Вот прыгает. Оставь меня и туда. Play Market улетел. А вот туда на стекло давай. Ну, так не за мной, мужики, я же добрый наполовину. Так, я буду... Ах! Ты! Мы выжили. Как? Так. Решайте теперь. А Кирилл Геймер на голове стоит у тебя? У меня, да. А, вы вдвоем чисто остались. Все, давайте наблюдать. Давайте башня. Давайте на меня. Короче, кто из вас последний умрет, тот и будет победителем. Хотя бы так давайте уже. Нет. Ух ты! Это корабль с ерорками. Да я вижу. Но придется нам выживать, даже корабль... А, так это Титаник недоделанный. Не похоже на Титаник. А что это за кровавый понос тут? Я ничего не понял. Что это за бред? Это, кстати, самая большая постройка пока что. О! Дима, иди сюда, тут этот, как его, ресторанчик. Да? Да, идите, я вас буду обслуживать. О, иду. Пока там ломают они все, да, будем сидеть? Да. Присаживайся, Дима. Опа, есть. Так, что будете на заказ? Я буду жареную курицу. Понял. А вы что? А я буду крабсбургер. Хорошо. Ой, это было заказ. Близко. Заказ сейчас будет. А вообще ломается это здание? Кто-то ломает его там, посмотрите, или никто не ломает его? Так, смотрите, о. Вот вам крабсбургер. Так, это вам, извините, это, короче, принесли вам что-то не то. Ну давай крабсбургер тоже пойдет. Вот. Мы крабсбургер мой угнали. Ой. Можно мне, пожалуйста? А ну-ка, что у нас там внизу? Ого! Смотрите, какие плиты лежат внизу уже. Вот это они растерзали все. Они убежали. Они не могут пробить тут непробиваемый материал? Это что, мы нашли место, которое они не могут разломать? Где? Да ладно. Капец. Придется их тут ставить. Они зависают. Чего? А что, они не могут корабль этот ломать. А вот они подо мной. Нет. Я, пацаны, помог кораблю разобраться. Ну, видимо, не мог разбираться он. Это было мощно. Это было красиво. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.